Депутаты должны реагировать на обращения любого характера и по каждому из них обязательно давать ответ. Депутат от Сурменевского и Петропавловского поселений Бактвики Дюсимбаева посетил поселок Крутой Лог, чтобы разобраться с ситуацией по ремонту квартиры в муниципальном жилье. Михаил живет здесь с 2007 года, но, по его словам, это сложно назвать жизнью. Квартира требует серьезного ремонта. Особенно мужчину беспокоят гнилые оконные рамы. Вместе с Бактвики Дюсимбаевой условия проживания оценили заместитель главы Петропавловского поселения Андрей Слободенюк и руководитель депутатского центра Ольга Никонова. После разговора с Михаилом выяснилось, что с момента заселения в квартиру он ни разу не платил арендную плату, которую предполагает договор соцнайма. По этой причине требовать от администрации ремонт пока бессмысленно. Разберитесь с оплатой за аренду вот этой квартиры, за аренду, не за коммунальные услуги, не за ремонт это будет, за аренду у вас будет основание. Представители органов власти объяснили жильцу, что внешнее состояние квартиры – это его забота. Что касается замены окон, то здесь необходимо разобраться, кто несет ответственность за их состояние. Но для того, чтобы обращению Михаила дали ход, ему необходимо привести в порядок документацию.